Завтрак. Сверчки – это подкормка для птиц. Это не основной рацион, но очень приятное лакомство, которое они с радостью кушают. Вообще сверчков мы заказываем именно для нашего стрижа. Но поскольку мы заказываем много, то, конечно, для Каплюши и для Чуи не жалко дать. Чуи. Чуи. Видите, как они любят. У них основа рациона это мясо, рыба. Ну вот. На, сама кушай. Не бойся, на. Кушай, кушай, Чуи. Все? Ты так быстро нагорбилась и наелась? Ну ладно. Ты еще будешь? Все? То можно морозилку убирать? Ну вот так. Дуняш, извини, тебе не предлагаю. У тебя строго вегетарианское питание. Доброе утро, ты скажешь, Капля? Доброе утро, ты скажешь всем? Каплюш, скажи доброе утро. Каплюш, скажи доброе утро. И тебя с добрым утром, Каплюш, и тебя.